Привет всем, это проект Extreme Insider. Сегодня мы снимаем наш 6-й выпуск. Сегодня у нас, как вы видите, импровизированная студия. Есть гости, есть, в общем, половина квартиры. И сегодня в нашем выпуске вы увидите. Специально для вас мы сняли очень красивый сюжет от супермотофан-тусовки Just Riders. Ребята очень сильно топили на своей мотокросс-трассе. У нас было много интересных съемок. В общем, это видео вы увидите чуть позже. Также мы расскажем вам о фестивале Ялта Summer Jam. Каждый год в Ялте проходит очень крутой фест, куда съезжаются бибои со всего мира и показывают свой скилл. Также увидите очень красивое видео от российского пилота РДС чемпионата России по дрифту Феди Джерсетса, который расскажет вам немного о дрифте, о том, как он пришел в дрифт, и о том, что любит, где любит гонять, и какие соревнования участвовал, уже выигрывал. Ну и как всегда, в конце немного лайфстайла от очень крутой сноуборд-тусовки Islanders Crew. И теперь обо всем по порядку, поехали! Начинаем мы наш сегодняшний выпуск с рассказа о супермотокросс-команде Just Ride. Ребята организовали свою тусовку в 2012 году, изначально они занимались стантом. Какое-то время они катали станты, и в общем как-то им пришла идея съездить на соревнования по хард-эндуро, и с тех пор ребята носятся по трассам и по фрирайду. В коллективе тусовки достаточно большое количество райдеров, парни выступают и ездят по соревнованиям и выигрывают чемпионаты. И по такому делу мы решили их пригласить в наш ТВ-проект, снять о них небольшое видео. И это видео вы увидите прямо сейчас. Окей, всем привет! Это ТВ-проект об экстремальных видах спорта Extreme Insiders. И сегодня мы находимся вместе с очень крутой хард-эндуро командой Just Ride. Привет, меня зовут Сафон Туван. Все началось с велосипеда BMX. Мы начали собираться там с ребятами, учиться потихоньку трюкам, все развиваться, уровень рос. Ну и, наверное, хотелось чего-то большего, больше скорости, больше адреналина. И как-то получилось, да, появилась, вернее, возможность, то, что я приобрел первый мотоцикл. Это был, ну, старенький японец 90-х годов, думаю, многие с этого начинали. И мы с ребятами просто начали кататься по городу, по лесу. Нам начало это все больше и больше нравиться. За все 4 года выступать я начал только в прошлом году, то есть на 3-й год. До этого я чувствовал, что просто был не готов. Ну, не хватало техники, опыта. Конечно, нужно набираться опыта, но я чувствовал, что рано. Но благодаря более закаленным спортсменам Пензы, кто давно выступал, они вытащили меня на гонке в Хвалынск. Это был чемпионат по Волге по эндуро. Первая моя гонка. И в итоге, ну, можно сказать, что дебют удался. Финишировал я 6-м. А сейчас всего я, наверное, принимал участие, не считая пензенских гонок, еще в 2 гонках. Это был, опять же, чемпионат по Волге по эндуро, где я уже занял 1-е место в этом году. И, наверное, чемпионат России по эндуро. Там я выступал в классе хобби и занял 2-е место. Но это, наверное, был самым тяжелым этапом, который был в моей карьере. У каждого сколько человек, столько и мнений будет, но многие думают, наверное, что проще всего отдать на мотокросс, допустим, ребенка, там он многому научится. Это, с одной стороны, правильно, но, допустим, я катался только на велосипеде, после этого как-то уже было поздно идти в мотокросс и начинал все своими силами. То есть не стоит бояться, даже там, если время упущено, всегда можно успеть сесть на мотоцикл. Для начала можно начать с какого-то питбайка, он будет менее опасным. Потом плавно, главное, что по нарастающей поднимать кубатуру. Не садиться, допустим, сразу после питбайка там на злой двухтактный красач. Это будет немного лишним. А так, главное не бояться, подходить к всему с умом, и все будет получаться. И не забывать тренироваться. Все, большое спасибо, пока, всем. Теперь расскажем о фестивале уличной бибой субкультуры Ялта Summer Jam.
Ну и у нас в гостях Рамиль. Рамиль, привет, заходи, как дела? Нормально. Сами как? Нормас, привет, бро. Привет. Ну что, расскажи нам, как ты сгонял в Ялту, какие у тебя впечатления, где участвовал, что выиграл, в общем, с кем познакомился и что как? Съездили мы круто, ездили вдвоем с другом, ездили первый раз, вдохновились, офигели вообще, что ж там происходит. Ничего не заняли, но зато вдохновились, зарядились, как я сейчас заряжаюсь энергией от гориллы. Расскажи нам, как тебе, в общем, общее впечатление о фестивале, что тебе понравилось, интересно. Я слышал, ты рассказал, что там некоторые батлы проходили под живую музыку. А в каких местах парни батлились, в общем, что, как тебе атмосфера? Атмосфера была очень крутая. Вся туса проходит на площади Ленина у них. Стоит Ленин, внизу батлы, круги, джемы. Все было круто. Крутые впечатления, я такого еще ни разу нигде не видел. Было очень много танцоров, очень много знакомств. Короче, все было круто. Было много оригинала? Было много оригинала, было много подачи, было много стафа. А скажи, в общем, были бибои только с российских стран или, в общем, были иностранные бибои? Что ты увидел, какие-то, может быть, из Европы парни приезжали? В этом году была только Россия и Украина. Какие были призы, что выигрывали, какие-то крутые фишки, что дарили участникам? Как всегда, дарит призовой фонд, это денежный приз. Проходит каждый год. Планирую ли я поехать на следующий год, я пока не знаю, но хотелось бы, конечно. Потому что там очень круто, и нигде такого нет. Я был на многих фестивалях, такого еще ни разу не видел, и я просто под впечатлением. Окей, ну спасибо большое, что зашел в нашу импровизированную студию. Сейчас мы увидим видео о Ялте Summer Jam, небольшой трейлер, а также увидим небольшое видео о Рамиле, который из очень такой интересной бибой тусы, Original Play E. Спасибо, что зашел. We'll be right back.
Ну а сейчас в нашем выпуске мы вам немного расскажем о российском пилоте российской ЕДС дрифт-серии Феде Джешице. Федя рассказал нам, что его увлечение дрифтом началось с того, как его отец купил 33-й Sky, но мы, наверное, все знаем о 33-м Skyline, очень крутая тачка. И, в общем, с этого момента Федор начал увлекаться активно дрифтом. Федя рассказал нам, что для обучения азам дрифта и самому дрифту он часто ездит и ездил в Японию. На вопрос о любимой трассе Федя рассказал, что так таковой любимой трассы нет. Он говорит, что каждая трасса для него по-своему уникальна и интересна. Когда мы общались с Федором, в конце нашего общения я задал ему вопрос: Федь, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты сначала любительски увлекался дрифтом, а потом ты стал пилотом профессиональной серии РДС. На что Федор сказал, что на самом деле очень сложно было заметить тот момент, когда перешла грань от любительского дрифта к профессиональному, и сейчас уже не смыслит свою жизнь без дрифта. В общем, Федя очень интересный и общительный человек, он прислал нам очень клевое видео, на его видео увидите прямо сейчас, смотрим. Привет, меня зовут Федя Дзержиц, я пилот российской дрифт-серии. На сегодняшний день я выступаю на классическом японском автомобиле Toyota Mark II, внутри которого бьется многообъемное американское сердце. Эта машина была построена и обслуживается в одном из известных на всю страну сервисе GT Shop. Также выходцы из одноименной дрифт-команды являются топ-пилотами РДС. Мой путь как дрифтер начался в 2012 году, когда я первый раз посетил Японию. Именно там, побывав в мекке дрифта под названием Ибиса, с которой начинали многие звезды дрифтинга, я понял всю философию. Спустя только 3 года я добился стабильности и понимания своего автомобиля, но на этом я не остановлюсь. Что такое дрифт? В первую очередь, это моя большая семья, которую я приобрел по истечению этих лет. Сокомандники, механики, судьи, организаторы. Все это огромная составляющая этой большой семьи. Бешеное психологическое давление, изнуряющая жара или проливные дожди. Все это не мешает получать огромное удовольствие. Я люблю дрифт. Ну а теперь рубрика «Lifestyle», и как всегда мне очень красивое видео. Сегодня мы вам покажем очень классное видео от ребят из Islanders Crew. Islanders Crew – это сообщество ребят из Камчатки, которые любят катать на сноуборде. Не так давно им пришла идея снимать видео со всех своих трипов и куда они ездят. Парни катали в Чили, в Америке, в Австрии, в общем, практически на всех знаменитейших сноуборд-спотах. Также парни гоняют по интересным сноуборд-фестам и контестам. Совсем скоро наш проект отправляется в Сочи на зимний период. Я хочу сказать, что мы обязательно пообщаемся с этими парнями в реале, ну а сейчас мы смотрим очень классные видео от них. Flashing cars are crashing, getting frequent now. I've got
spirit lose a feeling, let it out somehow. Таким получился шестой выпуск ТВ-проекта об экстремальных видах спорта и Extreme Insiders. Наш ТВ-проект выходит при поддержке энергетического напитка Gorilla Energy Drink. Смотрите наши выпуски в нашей группе ВКонтакте, на нашем канале в YouTube и в группе Gorilla Energy Drink. Присылайте нам свои видео, пишите нам на почту о каких-то соревнованиях или контестах, которые вы проводите, и мы постараемся, чтобы съемочная группа нашего ТВ-проекта приехала к вам и сняла ваше мероприятие. Ваш Extreme Insiders. Peace. Увидимся скоро. This is what we call the real funky beat.